представляющие Эстонию, и спортсмены, которые после короткой программы занимали 19 место, но отставали всего лишь на 0,02 балла от Сюзанны Нати и Матея Фехиша из Венгрии. Вот между ними сейчас пойдет борьба за позицию. Если судить по уровням, то сейчас эстонцы должны получать очень приличные баллы. У них лучший результат, который они показали в нынешнем сезоне, это 74,35. И если арбитры не поскупятся на вторую оценку,